Как вам этот футбол и как соперник сегодняшний? Потому что команда действительно, наверное, повеселее, чем румыны, и толкается все-таки получше. Отличная команда, отличный спарринг. Я думаю, мы в Украине не найдем команду, которая так ведет борьбу. И на втором этаже, и внизу. Поэтому отлично довольны тем, что пришлось играть против такого противника. Что касается результата, там у них были моменты во втором тайме и раньше для того, чтобы забить гол. Обидно, может, что в конце, но, опять же, результат не важен, как сказали вы. Я думаю, большой опыт для многих игроков, там и для тех же молодых, сыграть против такого противника, который навязывает так борьбу. Первый тайм, я думаю, наверное, был более качественный, не так мы уступали им. Во втором ситуация изменилась. Но обидно другое, потеряли трех игроков, я думаю, до конца сборов, наверное, есть проблемы у Кузыка со связкой, есть проблемы у Назаренко с ребром. И Яворский тоже не на стоп. Это, мне кажется, это плохо. Два из этих нарушений следствия грубой игры, поэтому, конечно, мы расстроены.